Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Не удивляйтесь, это овощи в мультиварке. Сегодня решила приготовить винегрет. Очень быстро, вкусно и не только вкусно, но и полезно. Ну, приступим к первому этапу. Две картофелины, две моркови и очень мелкая свекла. Отвариваем до готовности. Наши овощи готовы, отварились. Вот я приготовила квашеные капусты и перец. Теперь все овощи нарезаем кубиками мелкими, смешиваем с капустой квашеной, перчим и добавляем растительное масло. А это следующий этап. Наши овощи порезаны. Я вот уже, видите, поперчила. Решила добавить немного, один зубчик чеснока для аромата. Теперь выдавим лимонный сок. Косточки уберем. Немного подсолим. Хорошенько это все перемешаем и добавим растительное масло. Дорогие друзья, наш ароматный, вкусный винегрет, аппетитный, готов. За счет лимонного сока небольших количеств винегрет приобрел такой нежный вкус. Я уже попробовала. Ну, сейчас при вас еще попробую. Здесь и свеколка, и капустка квашеная, и красный лук, и морковь. Все тут присутствует. Это очень вкусно и полезно. Очень вкусно, в меру соли. Лимонный сок придает специфический вкус. Очень вкусно. Желаю всем приятного аппетита. Готовьте, балуйте своих близких, кормите их со вкусом и с пользой. Дорогие друзья, хочу вам сказать большое спасибо за поддержку. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго, удачи, мира и добра. Всем пока-пока.